интересная драматичная встреча получилась. Какой она была со льда сегодня? Очень упорная борьба была. Тяжело что-то было создавать. И обе команды хорошо играли в обороне. И большинство решило исход матча. И нам надо играть лучше в большинстве. Они забили свой гол, мы нет. Сегодня очень соперник здорово выглядел на точке вбрасывания и очень крупно нас переиграл. С чем это свяжете? Да, хорошо играют ребята, большие, крупные, сильные. Играют за счет силы. Надо над этим элементом работать, улучшать его. Да, что касается большинства, что же конкретно не хватило? Соперник здорово читал или просто нам какое-то невезение? Тяжело сразу сказать. Сейчас будем смотреть видео, разбирать. Надо больше угрожать, больше бросать. Мало бросаем. Очень много по периметру играем. А как физически компонент оцените? Подряд много матчей через день. Насколько себя чувствуете? Хорошо? Конечно, расписание не из легких, но все готовы. К этому готовились уже с лета. И все ребята в хорошей форме. Поэтому будем играть, продолжать стараться дальше. Спасибо.